Всем привет, с вами Глибоид. Продолжаем проходить Ванхаммер. В следующей серии мы с вами отпиздили эльдаров, убили их бога Аватара. И наконец-то до нас дошло, что здесь замешан хаос. И надо сражаться на самом деле не с эльдарами, а с хаосом. В следующей серии, по ходу дела в этой миссии, мы будем с ними ебашиться. Великий враг сумел увести ключ прямо у нас из-под носа. Да будут прокляты эльдары и их гордыня. Если бы не они, мы успели бы помешать хаосу завладеть ключом. До сих пор не ясно, что именно он делает. По словам этой ведьмы эльдаров, ответ может знать инквизитор тот. Если это так, то ему будет трудно объяснить, почему он до сих пор скрывает информацию, которая позволила бы нам лучше сражаться с хаосом. Может быть, инквизитор заражен ядом предательства? Последствия этого непредставимы. Еще больше меня беспокоит, что мы столкнулись не просто с армией хаоса, но с солдатами легиона предателей, десантниками, которые отвернулись от императора более 10 тысячелетий назад. К счастью, разведка смогла выследить чернокнижника и его свиту до самой базы. Она расположена недалеко от нас. Я предвкушаю возможность уничтожить этих нечестивых предателей всех до единого. Разведка, блядь. Ничего, что тебе видящее... Нихера себе это чувство. Ничего, что тебе это сказала? Видящее, где находится? Хао, уже нету полоски беженцев. Уже все, пиздец, короче, паника настал. Ну, расскажите. А, придурок бежит. Сектантик. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук шлепает. Бежит. Нихера себе там ворота. Милорд, кровавые вороны приближаются с юга. Как они смогли подобраться так близко? Мой господин, они не представляют никакой угрозы для нас. У нас есть ключ и достаточно воинов, которые своими трупами преградят путь кровавым воронам. Мы успеем провести церемонию. Твоя уверенность успокаивает меня, Синдрия. События подтверждали верность моих слов много раз, мой повелитель. Нам не о чем волноваться. События подтверждали твою удачливость, чернокнижник. Но есть ли у тебя основания сохранять свой оптимизм сейчас? Конечно, лорд Баал. У нас появился новый союзник, который готов предать кровавых воронов в любой момент. Отлично. Готовьтесь к церемонии, а от этого идиота избавьтесь. За что? Чем я заслужил наказание? Ты оказался достаточно глуп для того, чтобы расстроить лорда Баала своим докладом. А мы ненавидим глупость. Да. Докладывайте, брат Матвей. Силы хаоса окружили центр города непроходимым рвом и заняли позиции у собора. Мы ведем тяжелый бой, командор. Мы прибудем с подкреплением как можно быстрее. Удерживайте позиции у рва, а мы займемся собором. Перестрелка, блядь. Интенсивная довольно. Ты сделал свое дело, клерик. Я не позволю более отвлечь меня от исполнения долга. Что за нечестивый обряд проводят эти еретики? Они начали ритуал освобождения ключа. Необходимо их остановить. Без сомнений. Нам придется пробиваться сквозь укрепленные врата этого некогда величественного собора. Похоже, что они окружили центр города непроходимым рвом, который мешает нам попасть на другую сторону. Здесь неподалеку форпост, где расположен храм бога машины. С его помощью мы получим технику, в которой так нуждаемся. Обеспечьте форпост охраной, затем остановите ритуал. Обязательно, так.
Павших за императора ждет вечная... Что там у нас? Я поведу вас. Мы несем потери, притом сильные. Славьте вечную. Ты беги сюда, помоги нашим. А, вот здесь. Поистину, еще один прекрасный день в истории империи. Да, лорд. Схема строительства 721 запущена. Сегодня враг познает смысл слова «страх». Ваш приказ. Блядь, наших братьев отверженные, блядь. Чужак, вот так, еретик, берегись. Быстрее на помощь. Не дрогнет. Да, мой лорд, за императора. К нашим братьям. Мы избранные императора. Да, лорд. Процесс строительства начал. Направьте нас на врага. Клирик, слушай. Под огнем. Невиновный. У нас лишь разные степени вины. Ожидаю приказания. Что я должен сделать? Скупу? Мы избранные императора. Включаем ранцевые ускорители. Обнаружена стратегическая позиция. Это первый шаг на пути к разочарованию. Я никогда не подведу. Клирик, слушай. Следуй во имя императора. Валим, валим, валим. Ищу вашего приказа. Ваш приказ. Всегда бдительны. Мы знаем в вашем распоряжении. Страх повергает веру. Император! Начинаю атаку согласно схеме 23. Это крепость с открытыми вратами. Бот, пистолет, конечно, бесполезен на такой дистанции. Как можно быстрее. Да, мой лорд. Блять, заебали. Вот кто воюет со мной, причем к плечу. Мой брат. Нас расстреливают. Помогите нашим братьям! Направьте нас на врага! Клирик, слушай! Направьте нас на врага! Да, мой лорд! Будьте бдительны, братья! Здесь наконец-то успокоили этих придурок. Получена новая задача! Да, о великолепный! Как пожелаете! Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Вроде удержали форпост. Павших за императора ждет вечная слава. Пока что. О, прибежали, суки. Мы попали под плотный огонь противника. Ересь произошла. Помогайте нашим. Да, лорд. Схема строительства 721 запущена. Да, мой лорд. Что я должен сделать? У нас тоже есть штурмовое отделение. Я здесь для того, чтобы служить. Потери, конечно, ощутимые. Надо сюда добраться каким-то образом, блин. Так, перелететь надо будет потом как-нибудь. Еще один отряд сделаем штурмового отделения. И полетим.
Да, ведь мы опять пришли, сука. Я жду вашего приказа. Схема строительства 721 закрыта. Я понимаю, что вообще на время была миссия, но она не на время, блядь, так что... Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своих... Аптекария нашего ёбнули. Обидно. Да. Лучше здесь, чем потом. Отсюда же не выбраться никак с этого. Здесь ров огражден... ровом все ограждено. Да, лорд. Как пожелаете. Будет крайне оби... Да. Знание есть сила. Умей его скрыть. Че, еще пришли два, что ли, отряда? Нет, блядь. Что, малое отделение сейчас придут. И отправим, и полетим. Я здесь для того, чтобы служить. Храм буду машины. Смерть с небес! Ересь произрастает из изделья. Апот. Езжай, здесь еще у нас тоже апот ела, да? Всегда бдительны! Я жду вашего приказа как можно быстрее. И как гранаты сделайте сразу. Болтов сразу вот это уничтожим. Тяжелый. Нет невиновных. Есть лишь разные степени вины. Смерть, мы готовы. Приказ понятен, брат. Захватите это во имя императора. Я здесь для того, чтобы служить. Задача выполнена. Я думаю, три отряда штурмовиков прорвутся вот так сюда, к этой базе нашей. Блин, они прут, блядь, сука. На пулеметы, блин. Ошибись. Опа. Ну-ка, перережьте-ка их всех. Просто вырезали всех до единого. Ваш приказ. О, космодесантники хаоса. Здесь уже серьезно будет. Ожидаю приказаний. Да, о великолепный. Схема строительства 721 запущена. В вашем распоряжении. Ваш приказ. Мы избранные императора. Захватить и удерживать расцы нас на врага. Одного убили все. Мы готовы. Построиться в боевой порядок. Я жду вашего приказа. Схема строительства 721 запущена. Как скажете. Ждем, ждем. Район захвачен, да, мой лорд?
Ну что ж. Зачистить в вашем распоряжении. Убить. Я жду вашего приказа. Так. Вперед, братья. Сразу гранаты. Режьте всех, нам. Блять, отверженные пришли. В принципе, нас больше должны справиться. Да, красавчики. Зарезали, блядь, полудемонов, нахуй. Мутировавших. Для того, чтобы служить. Красавы, блядь. Я не верил, честно, что они справятся. Я здесь для того, чтобы служить. Я думал, всех перережут. Быстрее. Честно. Потому что эти отверженные, это вообще реально психи, а не психи, а не отряд, блин. Мутанты. Вот и прибыли в храм бога машины. Страх повергает веру. Обнаружена стратегическая позиция. Вера. Форпост под защитой, капитан. Двери собора были спроектированы так, чтобы они могли выстоять против самых отчаянных атак. Чтобы их разрушить, нам понадобится помощь дредноута, поддержки и хищников. Как пожелаете. Джаггернаут. Воистину дар небес. Он может быть заказан в храме бога машин. Что, не может захвачен. Больше нельзя создавать, ладно. За императора! Я здесь для того, чтобы служить. Моя цель — служение. Тебе почини нашу... Посты. Да, мой лорд. Будьте бдительны, братья. Да, мой лорд. Во славу ордена! Санчики побежали. Ожидаю приказания. Ладно, пошли. Никто не устоит перед нами. Атакую согласно приказу. Атакую врага. За императора. Будем быстро зачистку атакую делать. Атакую врага. За императора. Вы
сокрушим врагов империи! Небеса! За императора! Да, лорд. Я здесь для того, чтобы служить. Как скажете. Процесс строительства врача. Ересь произрастает от бездействия. В вашем распоряжении. Всех перерезали. Приказ понятен, брат. Мы готовы. Небеса! Нас на что? Ожидаю приказаний. Я здесь для того, чтобы служить. Как можно быстрее. В вашем распоряжении. Так, что ты здесь? Все сделал? Да, о великолепный. Как скажете, как можно быстрее. Все, до конца, да? Произрастает из безделья. Район захвачен. Слава империи! Атакую врага! Никто не устоит перед нами! Во имя славы империи! Врача! Давай! Вперед! Обнаружена стратегическая позиция из безделья. Так, здесь что у нас, а? Стоит этот. Я здесь для того, чтобы служить. А стой-ка здесь казармы еще. Опа! А. Поздно, не будет вам никакой помощи. Сержант ёбнут, а? Так, за императора! Мы готовы! Включаем разные усиления! Цель бронетехника! Ваш приказ! Страх подвергает веру! Получена новая задача! Ожидаю приказаний. Так. Храм вот здесь, да? А база у них, по-моему, наверное, здесь, да? Ваш приказ. Гидра, регион Альфа. Я здесь для того, чтобы служить. Ты ведь уже, по идее, нахуй не нужен, блядь. Не знаю, что бы сделать можно. Так. Пока ничего, да, не делаем. Да, лорд. А, найди строите. Как можно быстрее. Всегда бдительны. Бойтесь нашего гнева. Во имя славы империи. Атакую врага. Начинаю атаку согласно схеме 23. Вот суки, а. За императора. Ладно. Атакую врага! Начинаю атаку! Атакую врага!
Мы сокрушим врагов Империи. Кто? Да, о великолепный. Процесс строительства начал. Еще одного сделаем. Придурок. Еще одного придурка сделаем. Думаю, будет ваше нормально. Ваше желание? Я жду вашего приказа. Так. Как можно быстрее. Прошу прощения, немножко отошел. О. Начали этих животных, блядь. Пиздец, мочил его нахуй. Страх повергает веру. Нихуя себе вы звери стали, когда вас полностью улучшили. Приготовить оружие, пора. Цель бронетехника. Еще быстрее да, способности у вас перезаряжались. Процесс бы. Строительства начал. Вообще бы охуенно были, было бы. Джаггернаут. Единственный транспорт, который может перевозить терминаторов. Да, лорд. Да, лорд. Моя цель — служение. Я здесь для того, чтобы служить. Можешь тебя убить, а, блядь? Вот ты здесь нереально не я нужен. Я здесь для того, чтобы служить. А ты этот, блин. Да, повелитель. Ты все, так. Да, мой лорд. Вашего приказа. Да, лорд. Ну, однако он чистится, вот он занимает одно лимит взводов, а вот раньше эти. А вот в следующих частях уже он, ну, не рабочий не считается, как этот. Придурками, блядь. Ересь произрастает из безделья. Да, лорд. Сейчас одного отправим. Как пожелаете. Моя на цель служить. На разведку, блядь. Местности. Задача выполнена. Да, о, великолепный. Враг атакует. Джаггернаут доставлен. Джаггернаут к вашим услугам. Просто посмотрите на эту хуйню, блядь. Джаггернаут доставлен. Здоровую, блядь, так. Страх повергает веру. Опа, одного убили, когда успели, даже не заметил. Построиться в боевой порядок. Атакую согласно приказу. Мои знания в вашем распоряжении. Будешь с своим НАТО находить. Всегда бдительны! Всегда бдительны! Самому играть! Ересь произрастает из безделья! Вера наша щит! Враг атакует! Уничтожать их всех до единого! Где?
А. Где мы нужны? Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Виновных. Есть лишь разные степени вины. Район захвачен. Эти уже не сделаются, да? Обидно. Ваш приказ. Джиггернаут доставлен. Джиггернаут доставлен. Ересь произрастает из безделья. Есть! Зачистить! Изгнать! Убить! Я здесь для того, чтобы служить как можно быстрее. Ваш приказ! Расстреливаю! Ожидаю приказаний. Захватить и удерживать! Не бойтесь, Псайкер. Чужак, мутант, еретик, берегись! Джаггернаут, к вашим услугам. Эту хуйню же нельзя запихать туда. Приближаюсь к цели. Моя вера защитит меня. Да, лорд, как пожелаете. Вот, блять, так. Ересь произрастает из безделья. В небеса. Я здесь для того, чтобы служить, как скажете. Я готов. Во имя императора! Позиция захвачена. Да, мой лорд. Ваш приказ. А куда ты вы побежали, суки? Ваш приказ. Ступайте, да. Вперед, к славе! Конченый. Так, надо там захватить мою, которую до этого захватывал. Ересь произрастает из безделья. Ваш приказ. Построиться в боевой порядок. Атакую согласно приказу. Да, великолепный. Процесс строительства начат. Поле боя ждет. Джиггернаут готов служить императору. Хорошо. Готовы? Вперед, штурмовать ворота. Мы выполняем его волю. Обнаружена стратегическая позиция. Да, лорд. Я здесь для того, чтобы служить. Джиггернаут готов служить императору. А что это, тернаторы штурмовые сидят? Джиггернаут, к вашим услугам. Мы попали под плотный огонь противника. Здесь я буду. Джиггернаут, к вашим услугам. Джиггернаут готов служить. Вперед! Нихуя себе, что здесь происходит! Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Сражаться! Это я понимаю. Штурмовики, нужна поддержка срочно. Это нечто, блядь! Штурмовики на помощь!
сделать. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Мы избраны императора. Сегодня враг познает смысл слова. Охуеть нахуй. За землю. Направьте нас на врага. Вера наш щит. Есть. Не бойтесь, пацаны. Джиггернаут, к вашему услугам. Кто воюет со мной плечом к плечу? Мой брат. Направьте нас на врага. Включаем ранцевые ускорители. Джиггернаут готов служить императору. Как прикажете. Блять, я слишком дохуя там. В небеса. Получена новая задача. Во имя императора. Позиция захвачена. Достаточно. Сценарий выполнен. Она императору. Ждем вашего приказа. Достаточно. Ваш приказ. Будьте бдительны, приказ. Заебись, ворота разрушили. Джиггернаут готов служить императору. Ворота пали. Быстро. Убейте их, пока они не завершили ритуал. Сэр, прибыла имперская стража. Победа наша. Хотя... Ожидаю что приказаний. Это? Почему они не атакуют? Что за предательство? Позиция за этим? Нахуя себе? Уничтожьте этих еретиков. Чужак. Вот так. Вы охуели. Берегись. Направьте нас на врага. Враг это хуже. Будьте бдительны, братья. Мы избранные императора. Я здесь для того, чтобы служить как можно быстрее. Джиггернаут, к вашим услугам. Я поведу вас. Джиггернаут, к вашим услугам. Джиггернаут, к вашим услугам. Нихуя себе там, блядь, болтеров нахуй. Смерть доставлена. Вперед, блядь. Джиггернаут к вашим услугам. Во имя императора. Я поведу вас. Предатель. Согласно твоей просьбе, прибыл инквизитор Тот. И что докладывают наши разведчики? Атака предателей из имперской стражи отвлекла наше внимание. Лорд Хаоса и его окружение бежали. Но мы следим за их перемещениями и допрашиваем захваченных предателей из имперской стражи. Как мог я не заметить признаков всего этого? Оказался слепым там, где более всего нужна бдительность. Ты говоришь о тех, кто переметнулся на сторону Хаоса? Или имеешь в виду свой дом, планету Кирена? Я должен был заметить эту заразу раньше, чем она успела распространиться. Вместо этого я вел себя как слепец. Я предал огню свой родной мир. По приказу Инквизиции я предал смерти в священном огне слишком много невиновных людей. Все повторяется. Я ступаю на землю с тем же карающим мечом, каким убивал ранее. Блажен будет тот, кто не сомневается, Габриэль. Думаю, что теперь мы узнаем правду. Каждый свою. Я все еще верю, мой друг. Верю в божественную власть Золотого Трона и чистоту Империи. Но при этом потерял веру в себя. Только в то, что вижу, Изидор. Только в то, что вижу. И что же именно вы видите, капитан? Я вижу двуличных лжецов, которых волнуют лишь собственные цели, а не воля императора. Меня нелегко смутить подобными заявлениями, капитан. Ты лгал мне. Из-за тебя погибли мои люди.
Пусть они умрут, но чистыми. Если вы считаете себя вправе выдвигать подобные обвинения, тогда признайте ответственность за их гибель. Я предупреждал вас, просил покинуть этот мир, отдать Тартарус на милость Варпшторма. Ваши слова отдают ложью, Инквизитор. Я знаю, что вы были на планете до нашего появления. Я не обязан отчитываться перед вами, капитан. Впрочем, вы правы. Я действительно прибыл сюда раньше вас, преследуя кошмар, который не привидится и в ужасном сне. Кошмар, за которым охотятся и легионы хаоса. На Тартарусе нет случайностей, командор. Есть только шторм, который отделит истинно верующих от еретиков. Скажи мне, Тот, мы верные слуги Императора? Нам можно доверять? Пришло время действовать вместе. Что они ищут, Тот? Что ты ищешь здесь? Этот мир проклят, командор. Тысячи лет назад артефакт, исполненный величайшей злой силы, был здесь утерян. Силы хаоса ищут его. Ищут уже сотни лет, но у них никогда не было всех частей мозаики. А теперь у них все есть. Археологи Империи нашли первый маяк, который указывает путь к артефакту. Эта информация каким-то образом попала к врагу. Зная, на какой планете сделана находка, и следуя указаниям маяка, можно без труда найти сам артефакт. Теперь у них в руках последняя часть, ключ который открывает доступ к артефакту. Что именно за артефакт? Камень. Его называют Маледиктум. В нем заключено создание самого зла, плоть от плоти хаоса. Демон, обладающий непредставимой силой, заключен в этом камне. Почему жители Тартаруса об этом ничего не знали? Ведь маяки и сам ключ были захоронены под их городами. Подозреваю, что демон был заключен в Маледиктуме, но не лишен своей силы. Он обладал достаточной силой, чтобы повлиять на людей и заставить их видеть то, чего нет на самом деле. Один древний текст из Регистратум Малфиас говорит о Варпшторме, который бушевал в этой системе во времена, когда многие ордена космодесанта были еще молоды. Все, кто жил тогда на Тартарусе, сошли с ума. Находясь под властью демона, они спрятали маяки и Маледиктум под землю с целью защитить их от охотников, таких как я. Когда колонисты вернулись в систему, они ничего не знали об опасности, дремлющей в недрах планеты. Поэтому города подчас возводились над этими захоронениями. А Эльдары? Что делали здесь Эльдары? Хотели забрать силу Маледиктума? Нет, наоборот. Именно они заключили демона в камень. Эльдары готовы на все ради сохранения тайны. Они не хотят, чтобы кто-нибудь узнал о Маледиктуме и решил воспользоваться им. Вот почему они так упорно мешали нам. Будучи древнейшими врагами хаоса, Эльдары решили, что они единственные, кто может устоять перед разложением. За их гордыню пришлось платить нам, людям. Я полагаю, мы еще можем предотвратить катастрофу. Все произошедшее уже катастрофа. Сила Маледиктума столь велика, что легко превратит правоверного в сумасшедшего. Многие из имперской стражи и гражданского населения уже охвачены безумием. И я чувствую, что постепенно ты и твои люди меняетесь под его воздействием. Демон Маледиктума призвал Варпшторм в эту систему. Оно хочет запереть нас всех в ловушке, чтобы мы остались здесь, и даже лучшие из нас подчинились ему. Вот почему я так настаивал на вашей эвакуации. Вот почему я прошу об этом снова. Но ты ведь знаешь, что я не могу отступить перед лицом зла. Мне надоели полумеры. Пора прекратить наши ссоры и объединиться перед лицом общего врага. Вместе у нас больше шансов найти и уничтожить Маледиктум. Долго думали. Они слабы и в ужасе от силы, которой ты единственный способен управлять. И камень твой. Бери его, он твой. Они же, недоумки, хотят уничтожить его. Подумай, сколько добра ты сможешь сотворить с его помощью во имя своего императора. Представь, каким могущественным ты станешь. Бери же его, он твой.
Маледиктум принадлежит мне. Ебанутый, блядь. Да, ну как обычно. Мы вам не скажем, вы подохнете, потом мы вам скажем, потом мы объединимся. Типичная инквизиция. Что ж, на этом все или завершаем. Всем пока.